Fashion Jeans Woman. Женские джинсы молодежные. Вот такие модные джинсы. Внизу замок. Леггинс даже называется. Да, это же леггинс, а не джинс. Без износа. Вот такие джинсы. Тоже без износа. Такой-то оригинальный цвет. Тоже без износа. Такие вот джинсы. Вот так вот. Так, yes, no. Без износа. Классные джинсы. Так, вот такие вот. Monday Premium. Модные джинсы. Эмочка размер. Тоже без износа. Такая попа. Так, достанем сразу несколько. Вот новые джинсы идут. Ну, естественно, без износа, это новые джинсы. В принципе, вот они идут широкие. €89 стоили. Джинсы тоже без износа, Амису. Оригинальные вставки. Такие легкие джинсики. Этим с резинкой такой вообще для беременных, может, не знаю. Вот джинсики со стразами, мисс джинс и стразы, прикольные стразы. Джинсы. Все джинсы легкие. Сесиль. Вот джинсики. Бабах. Износа нет. Белые джинсики.
Длинный стайл. Спирит. Без износа. Есика с Сендой. Тоже без износа все. Хорошие джинсы. Это или бриджи, или 7/8. Вайс. Без износа. Такие джинсики. Тоже износа не вижу. Fun and Fun, или Fun Fun, как он называется, тоже без износа. Интересные джинсы, черные, джеггинс. Такой интересный цвет. Новый в пакете. Империал. Носа я не вижу. Томми Хилфигер. Это тонкие какие-то типа леггинсы, типа джинсы леггинсы, не знаю, новые. Традивариус. Такая достаточно известная фирма. Так, такие темно-синие. Люкс Деним. Тоже без износа все. Так, вот такие Сим джинсы. Тоже без износа. Так, чуть-чуть еще остались. Ривер Эсланд, известная фирма.
Интересный цвет такой, прикольный размер. Чули. Хорошие джинсы. И вот такие голубенькие, последние. Даже износ я не вижу. Так, ну вот весь мешок. Сейчас я посчитаю, сколько единиц.